Поднять зарплату медикам, назначить ежемесячную доплату к пенсии гражданам за особые заслуги перед республикой. Всего около 40 вопросов из разных сфер рассмотрит дагестанский парламент на очередной 38-й сессии. Законопроекты обсудили на президиуме Народного собрания. Также чиновники предлагают снять с граждан бремя доказывания отсутствия задолженности по оплате взноса за капитальный ремонт в целях получить компенсацию. Эти и другие изменения обсудят уже 12 сентября. В ходе заседания Хизриших Саидов подвел некоторые итоги работы Народного собрания и отметил наиболее отличившихся работников аппарата парламента, а также глав районов. За активную деятельность их наградили грамотой и памятными часами.